пешехода сбила машина в Череповце. Авария произошла сегодня в 6.45 утра на улице Металлургов в районе дома номер 71. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле «Део Матис» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии череповчанка получила различные травмы, доставлена в больницу. В Череповце полицейские направили в суд уголовное дело по факту организации занятия проституцией. В региональном УВД сообщили, что притон в Заягровском микрорайоне открыла местная жительница. В ее заведении девушки оказывали интимные услуги за деньги. Также злоумышленница привлекла к себе в помощь еще 6 человек. Они выполняли различные поручения, занимались рекламой и подбором надежных клиентов, организовывали досуг посетителей, помогали с подбором молодых девушек для работы. В ходе обыска полицейские изъяли документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. КАМАЗ горел в Великоустюгском районе. Пожар произошел утром 17 октября. По предварительной информации областного МЧС, возгорание спровоцировало коротким замыканием проводки. Огнем поврежден салон и сам моторный отсек. Мошенники уговорили жительницу области взять кредит на 2 миллиона рублей. 57-летней волокжанке поступил звонок от якобы сотрудников одного из банка. Злоумышленники сообщили женщине, что с ее счета происходит списание денег, и предложили помочь сохранить сбережения. Для этого мошенники предложили установить на мобильный телефон программу для удаленного управления, а затем авторизоваться в приложении онлайн-банкинга. От имени волокжанки преступники оформили онлайн-заявку на получение кредита и после ее одобрения убедили женщину перевести средства на несколько счетов. Общий ущерб от действий мошенников составил более 1 миллиона 900 тысяч рублей.